свой друже Болт, с вами вы заглянули в уголок Мотонексус. Чё, заебался ждать нормального тест-драйва? Так вот, сегодня мы будем тестировать Honda VTX 1300, версия R. Как вы можете заметить, на дворе фактически зима, по факту уже март, но на дворе до сих пор снег, лед, гололед. Но, в принципе, дороги открыты. Прокатиться мы сможем, посмотреть на динамические показатели тоже сможем. Так вот, VTX 1300 R-версия. 2005 года выпуска. Вообще, родоначальник серии VTX, это был 1800 VTX, который был анонсирован в 1995 году на токийском... на мотовыставке токийской. И мотоцикл в серию пошел в 2001 году как VTX 1800. На тот момент это был самый большеобъемный V-Twin классической компоновки. То есть до 2005 года он держал лидерство по самому объемному движку классического V-Twin'а. Потом он отдал свое первенство Kawasaki, которая на свой Вулкан установила первый двухлитровый двигатель. Если возьмем концепцию VTX, то пронаблюдаем очень большую серию изменений, доработок. Это не такая классическая модель в том понимании, что она не уходит корнями глубоко-глубоко в далекое прошлое. Это, в принципе, довольно свежая модель, которая была выпущена, вот я говорю, в 2000 году, в 2001 году. Серия VTX 1300 была выпущена в 2002 году, после серии 1800. Это было сделано и с целью удешевления, и с целью большего рынка сбыта, и они очень сильно выиграли серию VTX 1300, потому что вот самые первые дни продаж, самый первый год продаж, они продали 12 тысяч VTX 1300. Это была серия, насколько я помню, C тогда. Она была спецованная, потом вышла серия R, и затем вышла серия S. Отличались они литыми дисками, спецованными дисками и формой крыла. То есть у серии S и серии C крыло короткое, вот до сюда. У серии C классические спецованные диски, а серия R, в принципе, такая же, только с коротким крылом. Фактически двигательных характеристики никак у них не менялись. То есть мы имеем классический V-Twin с одним карбюратором. Да, эти мотоциклы, учитывая то, что они довольно свежие, но у них по старинке используется один единственный карбюратор, что, в принципе, от японцев ты не ожидаешь. Двигатель, кстати, имеет очень интересную систему газораспределения, в том плане, что здесь используются три клапана на одном цилиндре. Два маленьких впускных коллектора, которые позволяют очень сильно распылить топливную смесь, которая позволяет максимум эффективно наполнить камеру сгорания топливной смеси. И один большой выпускной клапан, которого, в принципе, достаточно для эффективной продувки. Здесь у нас карданная передача, классическая маятниковая задняя подвеска на двух амортизаторах с правой и с левой стороны. Здесь выхлопная система 2-1-2, то есть у нас выход в две трубы, здесь она соединяется в одну, ну, не соединяется, а у них здесь есть перемычка, которая создает дополнительный подпор газов, и дальше выходит обратно в две трубы. Если мы посмотрим на 1800 VTX, то там идет система 2-1. В чем проблема вот этих двигателей? Вообще, при пуске модели была очень хорошо разработана система охлаждения.
То есть там какие-то революционные вещи были применены в системе охлаждения. Я не вдавался в подробности. Там как-то даже голову, по-моему, охлаждают жидкостью. Здесь, кстати, используется раздельное... Здесь сухой картер коробки и раздельное масло. В коробке передач там своя емкость для хранения масла. А само смазывание деталей осуществляется впрыском в двигателе. За счет очень эффективной системы охлаждения, если мы возьмем 1800 VTX, то двигатель работает в своих нормальных температурных режимах. То есть он нормально греется, он нормально выходит на свой температурный режим на холостых и нормально едет по городу без проблем. Не греется, не перегревается, не охлаждается излишне. Что касается 1300, то мы здесь имеем такую патологию, что даже если погодка 0 до минус 5, мотоцикл вообще не нагревается на холостых оборотах. То есть, заведя мотоцикл, допустим, чтобы его прогреть, он нагревается там градусов до 70, и дальше он не нагревается, он не выходит на свою рабочую температуру. И даже если ты в городе едешь, не сильно откручивая двигатель, бывает до такого маразма, что ты просто глохнешь на светофор, потому что у тебя остыл двигатель, просто глохнет из-за того, что не может выйти на свой температурный режим. С этим можно бороться, заглушив, использовав либо штатную систему выхлопа, либо используя дополнительные заглушки, если ты используешь прямотоки. Как водится, на эти мотоциклы все Real True байкеры и реальные четкие пацанчики обязательно ставят прямотоки, чтобы выглядело, что истребитель садится на взлетно-посадочную полосу. Но о таких вещах, как, допустим, охлаждение эффективное, они слыхом не слыхивали, и потом начинаются разговоры: а что за хуйня, у меня мотоцикл сломался, он перестал у меня нагреваться. Играют с антифризом тоже, используют более податливый к температурным режимам антифриз, то есть который меньше забирает тепла. Конкретно модель R, я считаю, наиболее красивая, наиболее такая органичная в концепции VTX, потому что оно имеет и такое классическое ретро-крыло заднее, которое ты можешь пилить как угодно, как тебе вздумается. У тебя дисковые колеса, которые по моему мнению, обязательный must-have для подобного класса техники. Я ненавижу спецованные колеса, крайне их не переношу. Считаю, что дисковые колеса именно для городского байкера обязательный must-have, потому что это смотрится органично, интересно и не смотрится настолько олдскульно, как, допустим, те же спицы. Я не люблю сильный уж олдскул. Здесь вечная у нас карданная передача, я про нее уже говорил. Вот этот же двигатель используется и в VT1300 Furia, который мы тестировали уже раньше. Обзор есть на канале, если хотите, посмотрите, там про нее тоже пару слов. Вот это все навесное оборудование, так скажем, это все докуплено отдельно. Сама фара оригинальная, на мой взгляд, очень хорошо и выигрышно смотрится. За счет классически очень широкого переднего колеса мотоцикл получил такие очень схожие с американскими такими маслбайками, турерами, внешние сходства. В принципе, на что изначально и нацеливались хондовцы, но они немножко запоздали с временем. Ну, давайте его заведем, послушаем, как он звучит. Кто смотрел предыдущий тест-драйв,
Honda VT1400 Fury, этот звук очень знаком. В принципе, звук точно такой же. Кстати, ту Honda мы уже прокачали. Повторный тест-драйв и обзор ее будет тоже дальше. Сейчас мы прокатимся на этой малышке, и это будет наш дебютный... уже не дебютный, у нас уже есть Ракон. Но дебютный тест-драйв дорожного мотоцикла в 2014 году. Самое главное нам преодолеть вот эту вот жопу, вот эти 150 метров до трассы, которые пролегают буквально по льду. Если мы не наебнемся, то вы увидите продолжение этого видео. Подождем. Ребята из группы поддержки. Снимает, снимает. Ох, блядь. Ну, по посадке, так скажем, очень сильно напоминает вулкан мой. Старенький, добренький. Там у нас аэропорт, поэтому так много машин. Минуту.
наша группа сопровождения вместе с оператором. Ну, пару слов скажу. Очень сильно вспомнилась коробка от вот этой еще 300 Fury. В том плане, что у нее охуеть какие длинные передачи. До той степени, что порой просто забываешь, на какой передаче ты едешь, потому что даже по отдаче двигателя не в состоянии понять, на какой передаче он находится. То есть, будь то пятая, либо первая, тянет одинаково во всем диапазоне. Даже вот я в одном месте стартанул хорошенько, специально ехал на больших оборотах, скинул еще пониже и дал полный газ. Ему хватило крутящего момента, чтобы как следует отстрелить. Это хорошо, это удобно для крузеров, но, например, по моему мнению, это очень сильно теряет в динамике. То есть мотоцикл мог ехать намного веселее, например, если бы у него было более короткие передачи, первая, вторая, третья, допустим, а четвертая, пятая уже магистральные. Ну, здесь все пять передач магистральные, видимо. Ой, блядь, задних колодок нету. Я думаю, что задние тормоза-то так схватывают хорошо. Понятно, понятно. Передние тормоза более чем информативные и очень мягкая вилка. Вообще, по мощностным характеристикам он мне очень сильно напоминает Вулкан полторашку, который у меня был. Очень сильно схожие, но здесь движок покрутильнее показался намного, и повеселее он крутится, повеселее схватывает. Но за счет длинной коробки он не дает сильно угнать, мне кажется, от Вулканчика. По управлениям все вполне себе адекватно. То есть не сказать, что испытываешь какой-то дискомфорт. Мотоцикл не такой тяжелый, как тот же Вулкан, например. Я не помню, честно говоря, сколько он весит, но я еще толком не ощутил, насколько легко он рулится. Но вот я говорю, по ощущениям гораздо легче он Вулкана. Так, ну мы сейчас едем до дома, до базы, и там я еще скажу пару слов. Почему-то глючит кнопка старта. Поехали.
Это все недоделки. В общем, никто не отменял особенность хондовских коробок в том плане, что переработа с хондовской коробкой напоминает работу какого-то ювелира над станком. Нет ощущения какой-то массивности, нет такого ощущения солидности. Допустим, на Ямахе, блядь, вторую въебал, так въебал, аж весь мотоцикл вот так сотрёсся. Здесь все чинно, гладко, аккуратно. И наверное, этим и цепляет Honda своим качеством. Это и выдает в Honda качество. В принципе, что касается запчастей на мотоцикл, да, здесь проблема, потому что двигатели относительно новой разработки и запчасти довольно дорогие. Но все навесное оборудование, все есть в наличии, и на него вполне себе адекватные ценники. Если возьмем бэушный рынок, то изначально для 2002 года ценники на этот мотоцикл начинаются от 240-250 за более-менее нормальный. И, ну, в среднем я бы не рекомендовал рассматривать объявления там ниже 260 тысяч. Ниже уже там какой-то совсем хлам. Вот, а в принципе, мотик мне понравился. Очень хороший, отзывчивый. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот и все. Это наш дебютный тест-драйв в 2014 году. Если вам понравился, если вам было информативно и полезно, вы узнали для себя что-то новое, ставьте большие пальцы вверх, это поможет развитию канала. Ну и, конечно же, нам будет приятно. И подписывайтесь, конечно, на наш занимательный канал. И не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, там вы всегда узнаете самые свежие новости. А на этом все. С вами был Болт. Пока-пока. Здравствуй, друже, Болт с вами, и вы заглянули в уголок Мотонексус. Че, заебались ждать нормального тест-драйва? Вам чего, ребят? Посмотрим. Давайте из кадра, ладно? Давай. Я не понял, каким я отключил?